Привет, друзья! Этот классный домик мы построили за городом. Что он из себя представляет? Вот видите, он стоит на столбчатом фундаменте. Это такие сваи по технологии Тиссе с расширением внизу. Сначала нужно, естественно, изготовить проект. Вот, собственно, мы показали заказчику. Потом уже приступили к его реализации. В этом доме, по пожеланию заказчику, мы должны были вместить еще кладовку, где он бы мог складывать весь необходимый инвентарь, инструмент, где была бы электрощитовая, его мастерская и прочее, хранение велосипедов. Вот как раз слева мы вместили вот такую кладовочку. Она очень компактно вписалась в один ансамбль с домом, так что не нужно было строить отдельного здания, что, естественно, было бы дороже. А вот такое комбинированное решение, на нем удалось сэкономить. Как вы уже видели из наших роликов, мы вставляем такие коробки специальные. Они, обратите внимание, двойные в основном доме, и в кладовочке они одинарные, так как у нас кладовка из тонкого бруса, а весь дом у нас из двойного, он у нас теплый дачный дом. Стены этого дома мы утепляем целлюлозным утеплителем Эковат. Ребята, как конструктор Лего, быстро собирают эти все бревнышки, ставят один на другое. Они все подписаны, это конструктор. Фасад мы приукрасили вот такими трапециевидными окошками, посмотрите. Так что вот, собственно, по центру пеньковая балка идет и два ската вправо и влево. За счет этих окошек вид, конечно, выиграл. Выиграл однозначно. Заказчик тоже решил не оставлять дерево деревянным, а немножко поиграться с цветами. Отличный дом в лесу, на природе. Позволит, конечно, наслаждаться отдыхом. Причем вы можете приехать даже зимой. Отлично провести время с семьей, с друзьями. Таким образом происходит сборка. Приехал утеплитель. Ребята, после того, как выставили стропила, укладывают базальтовый утеплитель прямо в пространство между стропил. Потом накрывают супердиффузионной мембраной, ложат об решетку, плиту USB и подкладочный ковер, а затем уже накрывают битумной мягкой кровлей. Хотя, конечно же, можно использовать и металлочерепицу, в этом случае даже дешевле, не нужно использовать плиту ОСП. Но мягкая кровля смотрится немного более аккуратно, поэтому многие заказчики выбирают ее, если они готовы немножко больше заплатить. Мы используем, видите, такую туру для удобной подачи материалов. После того, как мы накрыли крышу, мы должны вставить окна, двери, также сделать наружную подшивку. Вот, опять-таки, по пожеланию заказчика, вот такой козыречек сделали. Для того, чтобы на две двери, которые одна основная в дом, вторая в кладовку, ничего не капало. Окошки немножко выше среднего, они такие практически до пола, очень тоже интересно, много света. Посмотрите, как выглядит почти законченный дом. Вот такой цвет, ребят, очень хорошо, причем еще тут не видно, но есть дополнительное мансардное окошко в скате крыши для освещения лежанки на втором этаже. Там тоже есть лофт-этаж, ребят. Ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Жду ваших комментариев. Скажите, вот что вы думаете, что бы вы сделали по-другому. Мне очень интересно. Может быть, вы дадите какой-то совет. Вы знаете что-то в деревянном строительстве. Подскажете, как делать лучше. Я буду очень рад. Пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Чем больше вашей поддержки, тем больше видео мы будем выпускать. Спасибо вам огромное.